Сегодня у нас в студии Анна Молодцова, генеральный директор компании по организации мероприятий, лидер сообщества «Нежный бизнес» Ленинского городского округа, председатель комитета по работе с партнерами и спонсорами Союза содействия женскому предпринимательству и директор центра массажа Татьяна Бочарова. И мы поговорим о работе сообщества «Нежный бизнес». Анна, Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, первый вопрос к вам. Расскажите вообще, что это за сообщество «Нежный бизнес»? Сообщество женщин-предпринимателей, организованное в 2019 году. Наше сообщество сейчас размещается в 54 городах по Московской области и в 10 городах по России. Мы помогаем женщинам развиваться гармонично и экологично, продвигая свой бизнес и свои инициативы по пути развития. Татьяна, а вы, получается, член сообщества «Нежный бизнес». Как давно и какие привилегии для вас? Я достаточно молодой член сообщества, и мой центр «Мечта Бьюти» открыт, он центр массажа, не так давно, это 15 июня этого года. И вот здесь хотелось бы выразить огромную благодарность сообществу «Нежный бизнес» Ленинского городского округа, с помощью которого было достаточно качественно, грамотное открытие с привлечением первого заместителя главы Ленинского городского округа Гравина Альберта Александровича, и то, что моему предприятию уделили достаточно большое внимание и значение, так как все-таки деятельность направлена на укрепление и усиление здоровья населения нашего. Анна, скажите, может быть, какие-то еще возможности открываются вот для ваших участниц? У нас достаточно много возможностей. У нас есть две ступени развития нашего сообщества – «Нежный бизнес» и членство в Союзе содействия женскому предпринимательству, которое уже расширяет горизонты и дает перспективы развития с помощью наших уже наработанных знаний, привлечения средств массовой информации, дополнительных возможностей работы с администрациями в муниципалитетах, участие в фестивалях, выставках, выездах. Мероприятиях очень много всего предоставляется нашим девушкам. Какие ближайшие мероприятия? Да, ближайшие мероприятия в сентябре у нас планируется 29 числа большой форум по женскому предпринимательству в Ленинском, в Люберецком городском округе при администрации. Соберется более 350 человек. Не только сообщества приглашены, а девушки, имеющие отношение к бизнесу. Будет выступление, большое количество спикеров будет выступать по интересным темам. Три секции: создавай, продвигай и приумножай, где можно будет получить массу полезной информации. Это и конечно же, возможность знакомства, получение возможности реализации каких-то своих идей, проектов, клиентов, инвесторов и так далее. Также у нас планируется и вечерняя VIP-сессия, где могут уже заключаться договора. И это уже, ну, такая непосредственно большой плюс для членов НКО. 30 сентября у нас планируется финал конкурса «Нежный грант», который стартовал в мае месяце, и полуфиналы прошли в августе по всем муниципалитетам. У нас выявлено 29 финалистов, которые представят свои бизнесы и проекты в Москве, в гостиничном комплексе «Измайлово». Тоже всех приглашаем и ждем присоединиться. Спасибо большое, Анна, Татьяна, что сегодня пришли к нам в студию. А я напоминаю, что у нас в гостях были представительницы сообщества «Нежный бизнес» Анна Молодцова и Татьяна Бочарова.